Испанская компания Everis Aerospace and Defense представляет «Алакран» — новое поколение мобильных 120-мм минометов, которые могут быть интегрированы в стандартную платформу 4×4 с минимальной модификацией на транспортном средстве с использованием технологий для избегания эффекта отдачи в транспортное средство. Максимальная дальность стрельбы миномета составляет 8 км 200 м. Для наведения миномета на цель используется электромеханическая система с ручным резервным дублированием, которая используется в случае сбоя питания. Большим достоинством системы является то, что после проведения выстрела она может быть свернута и подготовлена к транспортировке за несколько секунд.